Министр по делам молодежи региона побывала сегодня на стройплощадке, в которую 2 недели назад превратился ЦМИ. Реконструкция, по словам Татьяны Киреевой, должна закончиться к зиме. Обновленный центр по плану откроется в декабре. Мы участвовали в конкурсе как регион, вошли в число победителей, которые получили федеральную субсидию на реализацию мероприятий этого проекта. Субсидия в размере 147 миллионов рублей, там с небольшим. Субсидия делится 50 на 50, это не только реконструкция, собственно говоря, стен, но и вторая половина, она будет направлена на реализацию мероприятий молодежной политики, то есть... Пока ЦМИ в распоряжении строителей, события с участием молодых будут проходить на других площадках города, а летом на улицах и скверах. В нашем плане больше 100 мероприятий, но мы выделяем 56 крупных. Но вот после реконструкции, с учетом нового оборудования, с учетом ремонта, я уверен, что это место станет домом КВН Старого Оскола, станет домом Российского движения детей и молодежи. И самое главное, здесь будет просто интересно проводить время, проводить свой досуг, просто... После реконструкции в течение 15 лет здание ЦМИ не должно использоваться иначе, как для молодежного направления. Такое обязательство возложено по условиям проекта.